Ингушетия 4-й год подряд лидер в СКФО в национальном рейтинге прозрачности госзакупок «Высокая прозрачность». В этом году регион сэкономил более 127 миллионов рублей бюджетных средств на торгах. За первое полугодие общая сумма размещенных комитетом госзаказа торгов составила более 5 миллиардов. Заключено 810 контрактов на сумму более 4 миллиардов рублей. Большое внимание в Ингушетии уделялось увеличению доли участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг. Таким образом, на них пришлось более 52% от всех закупок. Суммарная начальная цена контрактов по процедурам для МСП составила больше 672 миллионов рублей. Общая стоимость заключенных контрактов с ними порядка 510 миллионов рублей. Экономия по итогам торгов для субъектов малого предпринимательства составила более 77 миллионов рублей.